Всех приветствую на очередной симуляции боев. Сегодня UFC 23 Vegas, где сойдутся два очень интересных бойца. Марвин Веттери против Кевина Холланда. Да, именно против Кевина Холланда. Именно он сейчас выходит в октагон, а не Даррен Тилл, который сорвался с боя. И поэтому на замену тут же пришел Кевин Холланд, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, быстрыми руками и чугунной челюстью. Так резюмирует нам вот этот вот показатель, который был в левом нижнем углу. Ну и его соперником будет сегодня Марвин Веттери, итальянский боец. У Кевина Холланда на данный момент 21 победа и 6 поражений. Последнее поражение было от Дерека Бронсона на UFC 21 Вегас. 20 марта он дрался последний раз, еще не так давно. А это Марвин Веттери, ну и сказано, итальянский боец, который имеет на своем счету 4 победы подряд. А всего 14 побед у итальянского бойца и 4 поражения. Бой полусредней весовой категории. Вот он, Марвин Веттери, мною уже представленный. Every 27 лет Веттери, 28 лет Кевину Холланду. Ну, в общем-то, молодые для своего возраста ММА бойцы. И Брюс Баффер представит сейчас этих двух бойцов. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, it's time! 5 rounds in the UFC middleweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 21 wins, 5 losses. He stands 6 feet 3 inches tall, weighing in at 185 pounds. Fighting out of Fort Worth, Texas, Kevin the Trailblazer Holland. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 16 wins, 4 losses, and 1 draw. He stands 6 feet tall, weighing in at 185 pounds. Alright, mental rules in the locker room. I want you to obey my commands at all times, protect yourself at all times. I want a nice, clean, safe fight. Touch gloves, match your corners, come out for it. The fighters touch gloves. Так поприветствовали бойцы друг друга. Я назвал полусредней весовой категории, я ошибаюсь, средней весовой категории пройдет этот бой. Марвин Веттери против Кевина Холланда. UFC Vegas 23. Главный бой вечера, пятираундовый бой. Нехорош. Хороший левый джеб сейчас был от Холланда. Присматривается пока оба бойца, но вот без разведки пошел Веттери вперед. И хороший апперкот от Кевина Холланда. Слегка потряс итальянского спортсмена. Мидл-кик от Веттери. Еще один удар по корпусу. И тут серия, которая уже потрясает Кевина Холланда.
Отходит назад Кевин Холланд. Пятится и пятится. Но тут же наносит хороший middle kick. 3 минуты остается до конца первого раунда. Попытка тейдауна не прошла от Веттери. И тут же мощный удар с разворота, который потрясает Марвина Веттери. И с трудом встает итальянский боец. Ну все, бойцы в стойке снова. Левый оверхенд едва ли не прошел от Веттери. Отличная работа от Кевина Холланда, но сможет ли он продержаться все раунды в таком темпе? Ну и снова бойцы такой выжидательной позе были. И тут пропускает снова Веттери тяжелейший удар от Холланда. Ну и отвечает итальянец. И пробивает серию. Отходит Кевин Холланд. Минута до конца первого раунда. Инициатива приходит от одного к другому бойцу. Но все-таки два нокдауна было в исполнении от Кевина Холланда. Пока что попытки тщетные тейкдаунов. Истекают последние секунды первого раунда. И снова нокдаун от Кевина Холланда. Веттери пятится назад. 5 секунд остается. И завершается первым раундом вот таким вот лоу-киком в исполнении итальянского бойца. Вот этот вот потрясающий нокдаун, удар с разворота от Кевина Холланда, который, безусловно, не ожидал наверняка Веттери. Стилистически было классно сделано, исполнено. Итак, второй раунд. Начинается с колена по корпусу от Кевина Холланда. Наращивает темп Веттери. Хай-кик от Холланда. И снова выжидательная позиция. Пробивает в защиту удары Веттери. 30 на 30 удары. Равные показатели, но 3 нокдауна было от Кевина Холланда в первом раунде. Ох, как едва ли хайкик не был реализован. И вот прижимает к сетке Веттери и тут же получает серьезный урон от Холланда. Продолжает Холланд избивать, наращивать темп. Но тут же пропускает по корпусу. Снова хайкик, попытка хайкика, но не увенчалась успехом. И еще один апперкот в исполнении Холланда. Но тут же встает Марвин Веттери. И вот это нокаут! Очередной апперкот проходит успешно от Кевина Холланда. Но на этот раз просто нокаут. Нарвался на кулак от Холланда Марвин Веттери. Какой вскользь прошел апперкот. Но этого было достаточно для того, чтобы нокаутировать итальянца. Ну что ж, симуляции побеждает Кевин Холланд. Ну и посмотрим, удастся ли в реальном бою Кевину Холланду закрыть поражение от Дерека Бронсона. Кевин Холланд выигрывает в главном бою вечера
в UFC Vegas 23. Ну а мы прощаемся с вами и будем смотреть непременно UFC 23 Vegas. До новых встреч!